еще звонят. Русь святая зовет, звон плывет, как в стар. Русь святая живет, пока звонит звонарь. Да, это не праздный вопрос. После каждого выступления мне задают вопрос. К какой же нации относится более всего Александр Сергеевич Пушкин? Говорит, он к негр или абиссинец и так далее. Ведь у него же прадед-то был абиссинец. Да, оказывается, когда разбирая, перебирая биографы Пушкина и исследуя его родство, то обнаружилось, что в крови Пушкина имеется 1,5% примерно итальянской крови, 3% шведской крови, 6% немецкой крови и 12,5% абиссинской. А 75% это принадлежит кровь славянской. Поэтому и Гоголь сказал, что Пушкин есть русский человек. А как это получилось? Получилось так. Чистокровный абиссинец Абрам Ганнибал, крестный сын Петра I, был женат на шеберг Христине, соединившей в себе кровь трех наций. Сын Абрама, Осип, женился на Марии Пушкиной. Их дочь Надежда, на четверть крови абиссинка, вышла замуж за своего троюродного дядю, Сергея Пушкина. И от этого брака родился Александр Сергеевич Пушкин. Мать приходилась ему четвероюродной сестрой. Андрей Черкашин, бывший военный. Неожиданно для ученых он составил полное родословное древо Пушкина. Почему это никому не удавалось раньше? Каким ключом Черкашин открыл дверь в прошлое? Ну, госпиталь, это я попал сюда не случайно. Эхо войны все время меня беспокоит. Московский военный госпиталь. Черкашин, как инвалид войны, часто лечится здесь. Но даже в госпитале он никогда не расстается со своими схемами. Он занимается делом, которое помогает ему жить и переносить боль фронтовых ран. Мы освободили полотняный завод, и там вышли один мужчина лет 40-45 в пансне, подходит к нам и говорит, меня за шинель трогая. Говорит, солдатик, солдатик, а знаете, где вы находитесь? Я говорю, нет, не знаю, но обычный, я говорю, населенный пункт. Да что вы, говорит, вы находитесь на полотняном заводе, там, где жила и воспитывалась Наталья Николаевна, будущая жена Пушкина. Там Пушкин побывал у нас здесь, и его дети были. Я подумал так, думаю, как же так, воюю за землю русскую и не знаю прекрасных мест ее, своего отечества. Потом он далее продолжает. А вон там, говорит, на втором этаже размещался штаб Михаила Ларионовича Кутузова, чей день разрабатывал план разгрома Наполеона. И я тогда подумал, если только войне будет угодно оставить меня в живых, я обязательно изучу Пушкина и обязательно изучу всех полководцев. И вот наряду с теми лекарствами, которые я получаю, все-таки главное лекарство это Александр Сергеевич Пушкин. Я очень много работал над ним и долгое время не мог соединить те родственные связи, которые он имел. Почему у нас до сих пор не было полного родословия? А только мне показалось из-за того, что Пушкина рассматривали все наши ученые в отрыве от истории России. И вот когда я проработал 3 года в отрыве от истории, то у меня Пушкин не получался. И вот когда я нашел вот эти его слова, что Пушкин связан с историческими лицами, то я убедился, что прежде чем начать изучать Пушкина, надо изучить историю России. И я стал изучать историю России. Россия всегда страдала от непрошенных гостей и поэтому была государством военным. Черкашин, как военный человек, изучая историю России одновременно с древом Пушкина, составлял родословные линии великих русских полководцев.
князя Дмитрия Пожарского, спасшего Россию в смутное время, Михаила Кутузова, победившего Наполеона, святого благоверного князя Александра Невского. Неожиданно их ветви пересеклись и соединились в одно древо с Пушкиным. И когда я их стал вычерчивать, то это получилось какое-то великолепное чувство. И даже трудно сказать, как было приятно и красиво их вычерчивать, потому что эти линии соединялись с Александром Сергеевичем Пушкиным. Александр Невский. Он является прямым предком Александра Сергеевича Пушкина в 21-м колене. Я как-то даже, когда обнаружил эту линию, засомневался. Я снова стал пересматривать все биографы несколько раз. Раз, наверное, 8 или 10 я перебрал все по-новому. Думаю, как же все-таки так? Потому что везде в науке у нас академиком Веселовским была обрезана эта линия. По каким-то причинам или дальше он не стал изучать. И вот я попал на эту линию. И после нескольких проверок я убедился, что действительно Александр Невский является прямым предком Александру Сергеевичу Пушкину в 21-м колене. И это когда было мной доложено в Академии истории СССР, то там произошел как будто бы как выстрел в истории России, в науке исторической. Родственные связи соединили с Пушкиным Льва Толстого и Гоголя, композиторов Мусоргского и Рахманинова, среди родственников Пушкина историк Татищев, поэта Кантемира Веневитина. Есть предположение о родстве Пушкина с Лермонтовым. Жена Пушкина, Наталья Гончарова, приходилась ему десятиюродной сестрой. 6 царских домов соединилось в родословии Пушкина. Английский королевский дом и дом Романовых через пушкинских внуков и правнуков. Дом византийских императоров, польских и датских королей, дом Рюрика пересеклись с древом поэта еще задолго до его рождения. Пушкин писал: «Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Откуда пошла земля русская? И вот мы дошли до Ивара. Ивар – это легендарный князь славян. У него была дочка Ауда, молчаливая, то есть задумчивая. И вот он ее выдал замуж за Рюрика датского первого короля, метателя колец. От этого брака родился сын по имени Гаральд, боевой клык. Ну, недолго пришлось ей прожить вместе с датским королем, метателем колец. Он слишком был своенравен. Славянской княгине не понравилось его такое отношение к ней. Она как-то выбрала момент, забрала своего сына Гаральда и ушла к славянам, то есть в свое княжество. Теперь белый клык, когда повзрослел, он женился на славянке и был направлен в Данию королем, то есть вторым королем. От этого брата родился Гальфдан. Гальфдан снова женится на славянке. Представляете? И от этого брака рождается Гадлав. А Гадлав женится на дочери Гастамысла,
умили. И таким образом Рюрик, метатель колец, Гарольд Белый Клык, Гальфдан, король датский, и Гатлаф все были женаты на славянских княжнах. А то Мила Гостомысловна, княжны Новгородской Гадлава, рождается Рюрик, только на 6% своей крови датчанин. Так распалась теория о варягах, пришедших княжить на Русь. Сын Рюрика, Игорь, женился на уроженке Псковской земли, будущей княгине Ольге. Ольга дала свою кровь в 30-м колене по прямой линии Пушкина. Печерский монастырь. Пушкин не раз бывал здесь. В прошлые века, когда враги шли на Русь, монастырь становился крепостью, а монахи – воинами. Враги не смогли одолеть эти стены. В последние годы жизни Пушкин писал, что монахам русские обязаны своей историей и просвещением. Черкашин приехал в этот монастырь не случайно. К этому времени он обнаружил, что к Пушкину идут линии от 7 русских князей, почитаемых как святые. Пушкин – сын 7 святых. И вот после этого я задумался, как же проверить меня, может быть, еще есть какие-нибудь святые, связанные с Пушкиным, которые по прямой линии дали кровь ему и привел меня сюда. Случай вот этот, в эту библиотеку, где мне и дали настольную книгу священнослужителя в 3 томах. Я поработал немножко в этой библиотеке, но чувствую, что тут трудно работать, и я попросил эти тома, чтобы мне дали домой. Не с большим желанием дали, но видя, что мое стремление сделать для Пушкина что-то важное, выяснить точно, сколько у него было святых, отец Павел, наместник этого Печерского монастыря, разрешил выдать на месяц книги. И я дома работал с этими книгами. Я обнаружил тогда, что у Пушкина оказывается не 7 святых, а 12 святых, идущих по прямой линии, такие святые, которые дали кровь ему. И вот когда я встретился 3-й раз с Владимиром Псковским, владыка Владимир, то он сказал: Андрей Андреевич, а чем вы будете дальше заниматься? Ваша наука все время искала более 150 лет, то откуда же такая появилась гениальность Пушкина? Вы ее показали? Я говорю, как показал? А он говорит, так вот, вы же сами показали 12 святых родословий Пушкина. Это, говорит, и здесь, говорит, все то, что вы искали, значит, его гениальность идет от Бога. И мне как-то приятнее стало, когда я услышал такие слова. Пушкин был сыном Отца Небесного, как и все мы. Но по особому промыслу Божьему, сыном необычайно одаренным. Сделанное Черкашиным открытие святых князей предков Пушкина говорит не только о богатом генетическом наследии поэта, но и о духовной связи с русской святостью. Несомненно, небесное покровительство святых, их усиленные молитвы перед Господом за метущуюся душу Пушкина. Ведь Пушкин не был праведником. Его духовный облик был очень сложен, глубок и непроницаем, как море. На поверхности его бушевали волны страстей, в то время как в глубинах своих он оставался недвижим и спокоен. В нем как бы жили две жизни, исключающие друг друга. Но чем более зрел Пушкин духовно, тем ближе подходил он к идеалу исконно народному, выраженному в житиях святых. Поэт во многом повторял духовный путь своих предков, порой извилистый и сложный. Псков и Пушкин навсегда связаны. По народному преданию, на этом месте, где сейчас выстроен дом, стоял раньше дом, в котором ночевал Пушкин. И он, вероятно, видел этот храм
Отец Олег, местный священник, собиратель старинных преданий о Псковской земле. Интересуется отношением Пушкина к христианству. По житию и по преданию, княгиня Ольга родилась или жила здесь, в Выбутах. Селение Выдор называется. Там мы были у колодца сегодня, где Ольга по преданию черпала воду. Разные о княгине Ольге есть сказания, легенды даже, которые нам надо знать. В псковских книгах этого не сохранилось, потому что было много войн, пожаров, и мало переписывали их. В народном предании осталось сказание о том, что Ольга, будущая княгиня, а языческое имя ее было Прекраса, а когда она приняла крещение, то назвали в честь святой царицы равноапостольной Елены, матери Цардина. Когда князь Игорь был в этих местах, то он увидел на этой реке Великой юноша в лодке плывет. Он решил позвать этого юношу и переправиться. А когда подошла лодка, то он увидел, что это не юноша, а девушка, переодета в юношескую одежду. И князь Игорь хотел обесчестить эту девушку. Но княгиня Ольга сказала, что скорее будет могилой воды этой реки, чем я опозорю девическую честь. Потом князь увидел ее настойчивость, ее чистоту. Понравилась Ольга князю. И он решил на ней жениться. А Ольга, как говорит местное предание, зачерпнула в обе ладошки воды и показывает князю, в какой ладошке вода чище или лучше. А он говорит, в обоих одинаково. Тогда княгиня Ольга говорит, что все девушки одинаковы, чем я лучше других. Когда настало время князю Игорю жениться, то он вспомнил об Ольге и прислал сюда людей, и Ольгу снарядили и отправили в Киев. Великий князь Владимир выбирал веру. Старцы убеждали его креститься. Когда бы закон греческий не был лучше других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая из людей, не вздумала бы принять его. Карамзин. История государства российского. После разговора с Пушкиным государь Николай I сказал, что беседовал с умнейшим человеком России. Язычница княгиня Ольга жестоко мстила за убийство мужа. Жажду мести переживал и Пушкин. И сам писал: «Не дай Бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Но когда этот бунт происходит в душе одного человека, он остается таким же бессмысленным и беспощадным». Ольга, приняв крещение в Византии и вернувшись на родную землю, как первая христианка Руси, велела поставить крест на том месте, где ее мужа разорвали между двумя деревьями. Тебе, Русь святая, петь, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Многие и не знают, что князь Владимир родился на Псковской земле. Существует такое предание. Поэтому приходится ездить на эти места, пока они еще не перестроены, не перерублены, не перекопаны, чтобы их сохранить. И люди, которые когда-то помнили церковные традиции, они многие уже умерли, и поэтому мне приходится собирать и уточнять места этих преданий,
сказаний старинных и дополнительно узнавать, как праздновали, что происходило в данной местности. Сейчас мы находимся на месте, где Кеп впадает в реку Череху. В этой местности находилось урочище Буденник, где, по преданию, по некоторым книгам дореволюционным, имеется сведение, что родился святой равноапостольный князь Владимир. Князь Владимир до крещения Руси был язычником, поклонялся идолам, носил в себе грехи братоубийцы и страстного прелюбодея. Он имел 6 жен законных, очень много наложниц, 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде, 200 в селе Берестове. Кроме них, приводил к себе замужних женщин и девиц. Одним словом, был женолюбив, как Соломон. Об этом говорит в своей... И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Приняв святое крещение и крестив Русь, святой князь покаялся и стал настолько богобоязненным и боголюбивым, что не мог казнить даже закоренелых преступников, кормил нищих и бродяг, заслужив в народе любовь и уважение. На смертном одре Пушкин позвал к себе детей. Он на каждого оборачивал глаза молча, клал ему на голову руку, крестил и потом движением руки отпускал от себя. Не все сразу поверили, что такое может случиться, такое родство. И вот когда уже проверяла Академия наук, когда же посмотрели на схему, на родословие, тогда все убедились, что по-другому никак родства и быть не может. Тогда только успокоилась наука наша, что действительно это так. И особенно вот Пушкинский дом, когда я пришел, там собралось около меня человек 18 святых, то есть ученых. И когда все было изложено в проспекте святых корнях Пушкина, то многие из них были удивлены. Сейчас мы собираемся ехать на Чудское озеро в тот приход, где происходило ледовое побоище, где победил славный полководец, в том числе и предок Пушкина, святой Александр Невский. Вот это кладбище. Здесь сколько черепов вымываешь, сколько этих, как его, вот этих гуленей. Это тут был город, кобыле городище называется. Вот. Потому что князь был кобылинский, тогда и союзных армий не было, а были еще княжества. Как князь, так и дружина своя. Ну, Александр Невский, он тут освободил, вот на Невы дал им урок, а потом вот здесь их окончательно уничтожил. А здесь было это все строение, это все город был. И он был 6 верст длиной, этот город. А они его уничтожили, вот эти хашбышведы, сожгли. Там было самое узкое место. Чудское озеро с Овсковским соединялось. Ну, вот как вот до островов, так да еще меньше, наверное. Вот такое место было узкое. Его называли Узьмень. Александр Невский вот на этом камне-то и командовал. И он сделал это, так все называю, свинью. Два с правого фланга и с левого фланга сделал засаду. И он запустил их, рыцарей этих немецких. А потом, видя, что можно дать им прикурить, он сейчас дал команду с флангов зажать их. И они оказались ни туды, ни сюды. Вот, и они бежать. Когда они побегли,
Вот он в это озеро-то в Узьмин-то их и вогнал, там и утопил. Римский папа, отчаявшись водворить католичество в православной Руси силою оружия шведских и немецких крестоносцев, пытался прибегнуть к хитрости. Он обещал помочь святому Александру в борьбе с татарами, если князь подчинится главе Римской церкви. Ответ благочестивого князя был таков: «Вера русских чиста и православна. Бог не нуждается в наместниках. Главенство папы несовместимо с апостольским учением, признающим главою Церкви Христовой единого Господа нашего Иисуса Христа». Пушкин отрицательно относился к католичеству. Он считал, что православная вера дает русским особый народный характер. И христианское единство надо видеть в идее Христа, а не в папе. Я теперь почитаю Александру Невского. Тут хотели памятник строить, а почему не построили? А памятник надо ему. А того камня нет теперь. Он взорванный. Советские ребятки взорвали его. А вот его взрывать-то и не надо бы, его остолбить этим вехами. И пусть он стоит. Вот такие дела были. После ледового побоища псковичи очень долго помнили Александра Невского. Эта церковь выстроена в честь святого Александра Невского. Видеть, как он, каково его родство и кому он, от кого происходит. Он тоже идет же так же, как и многие другие святые, от Владимира I Красное Солнышко. Святой князь Ростислав, предок Пушкина в 23-м колене, сын святого благоверного князя Мстислава Великого и внук Владимира Мономаха. Во время Великого Поста по субботам и воскресеньям приглашал он к своей трапезе игумена с 12 избранными старцами и беседовал с ними о душевном спасении. Блаженный князь скончался с тихою молитвою на устах: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Это были последние слова, и слезы остановились на застывшем лице его. Да исправится молитва моя, я крокодилом пред тобою. Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Славу безбожника принесли Пушкину те стихи, которых он стыдился к концу жизни. Но у него были и другие стихи. Переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина и Господней молитвы «Отче наш, Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими устами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле, насущный хлеб нам не спасли Твою щедрую рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, Твоих детей. Не вергни нас во искушение и от лукавого прельщения избави нас». И вот Ольга Святая, Владимир I, Красное Солнышко, Александр Невский и так далее. Но у нас еще, кроме этого, есть еще много святых, которые интересны своей характеристикой. Вот, допустим, Михаил I Черниговский. Он видел, что надобно покориться хану. Такова воля Божья. Но что делать, если придется встретиться с язычеством двора Батыева? Благочестивый Михаил
обратился за советом к отцу духовному, епископу Иоанну. Тот говорил ему: «Ты, князь, не принимай в уста твои ни пищи, ни питья их, а исповедуй веру христианскую». Князь отвечал: «Пусть молитвою твоею совершится воля Божья». Пушкин жил по своей воле, но, как и его предок в 23-м колене, святой князь Михаил Черниговский, он нуждался в мудрых советах духовного отца, особенно, когда предавался унынию. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь суждена?» Митрополит Филарет ответил Пушкину: «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайны и на казнь суждена». Трогает преклонение Пушкина перед духовной высотой пастыря церкви. «Твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт». В плену явились убийцы. Соскочив с коней, татарские палачи схватили князя Михаила, растянули за руки и за ноги и начали бить то кулаками, то палками по груди. Потом повернули лицом к земле и били ногами. Это зверство длилось долго. Даже отступник от христианства путилянин Дементий оскорбился тем и ножом отрезал голову святому мученику. Чудотворцы Петр и Феврония. Князь Петр получил Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого Петр заболел проказой, от которой невозможно вылечиться. Однажды ему приснилось, что исцелить его может крестьянка Феврония. Когда он увидел Февронию, то сразу полюбил ее и дал обет жениться на ней после выздоровления. Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Скончались они в один и тот же день и час, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Ефросинья. Тела святых были положены в одном гробе. От них, от обоих пошла прямая линия их святой крови, Пушкина. «Решено! Я женюсь!» Эти слова Пушкин сказал, когда хотел изменить свою жизнь, полную страстей и метаний. Он хотел тихой радости христианской семьи. Идеал женской духовной красоты с его глубоким благочестием, боголюбием, богобоязненностью проник на Руси в женские души вместе с православной верой. Святая Анна Кашинская дала кровь Пушкину в 17-м колене. Анна ушла в монастырь после мученической смерти мужа.
святого князя Михаила Тверского, ставшего жертвой клеветы. Счастливый злодей приказал поставить князя на колени перед собой. Надругавшись, злодей велел отвести князя прочь. С тех пор не оставалось сомнений, что смерть была близка к нему. В самый день кончины он причастился святых христовых тайн, потом взял псалтир и читал: «Сердце мое смятетя, и страх смерти нападе на мя». Убийцы, как звери, вскочили в шатер, разогнали всех людей князя. Михаил стоял и молился. Они схватили его за колодку и ударили об стену так сильно, что шатер проломился. Но Михаил, крепкий здоровьем, вскочил на ноги. Тогда бросились на него толпою, сшибли его, били ногами без пощады. Один из них вонзил нож в ребра, повернул его там и вынул сердце. Тяжко сетуют басы, паянья твердь медведи, горько плачет блудный сын. Да исправится молитва моя, я кокодила пред тобою. Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Одна из последних записей Пушкина, связанная с мыслью о переезде в деревню, религии и смерти. Очевидно, его внутренний мир заполнили эти два понятия, в то время как внешняя жизнь Пушкина кружилась в вихре светской суеты. Разлад между внутренним и внешним человеком все ярче ощущался им по мере приближения к своему концу. Роковая дуэль с Дантесом, на которую он решился с такой легкостью, была болезненной попыткой найти выход из своего невыносимого, как ему казалось, положения. Жизнь есть величайший дар Божий. Поэтому дуэль – это страшное преступление против Бога, вмещающее в себя два самых тяжких греха – самоубийство и убийство. Евангелие от Луки, глава 23. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни мя, Господи, егда придеши во царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Очевидно, ему нужно было пройти сквозь какое-то огненное горнило, пережить какое-то глубокое нравственное потрясение, чтобы покаяться, возродиться духовно и очиститься от всех греховных пристрастий, тяготивших его душу. Таким очистилищем и явились для него тяжкие предсмертные страдания, последовавшие за его несчастной дуэлью. Перед смертью Пушкин исповедался и причастился.
Данзасу, секунданту своему, Пушкин сказал: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». Нравственный бог, данный им русскому народу на краю могилы, быть может, превосходит все, что оставлено им в назидание потомству в его бессмертных творениях. О чем следует подумать в такую минуту? О многом. О судьбе поэта, а еще больше о себе, о своей временной жизни. Идя на крестную смерть, Христос сказал жителям Иерусалима: «Не плачьте о мне, плачьте о себе, о чадах ваших». О Боже мой, распятый как злодей, тебе, тебе с Отцем и Духом слава, своим крестом ты разделил людей на тех, кто слева, и на тех, кто справа. Гора Голгофа, Пасхи колыбель, шепчу одно неверными устами: душе моя, помысли о себе. Душе моя, душе, куда мы станем? О, Мать Света, не остави нас. Защити меня, единая отрада, да оживет во мне хоть смертный час разбойничья спасительная правда. Смерть Пушкина — это скорбь для нас. Но это радость духовного рождения его в новую жизнь. Пушкин, как солнце, стал лучше виден на закате жизни. Господи, помилуй, твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Теперь скажите, удобная это такая работа? Вот это отлично. Отлично. И даже нужна работа. Я сам вот принимался по святым угодникам составлять такие схемы. Ага. Да. Так, значит, по псковским святым в особенности. Может быть, батюшка, да-да, может быть, мы давайте вы мне в некоторые нужно бы или иконы, или еще что-нибудь под как-нибудь совместно давайте поработаем. И сделаем вот такое полное родословие всех святых, которые касаются вот к этой работе. Тут у нас что получилось? Мы теперь конкретно видим, что 12 святых Пушкина по прямой линии идут, и 30 человек еще по боковой, то есть боковое родство и свойство идет. То есть 42 человека. И хорошо было бы увеличить бы вот этот плакат, или вот эту работу о святых корнях полностью на 42 человека святых. Родословие Пушкина неотделимо от древа жизни русского народа. Древо это питается святыми православными корнями, соприкоснувшись с которыми Черкашин нашел дело своей жизни.
птичий гвалт. Бом-бом-бом, спешите в храмы Божии. Бом-бом-бом, пока еще звонят. Русь святая зовет, звон плывет, как стар. Русь святая живет, пока звонит звонарь. Прошло уже несколько лет после съемок фильма «Древо жизни». Андрея Андреевича Черкашина уже нет в живых. Но его дело продолжает дочь, Лариса Андреевна. У книг, как и у людей, у каждой своя судьба. У этой книги очень трудная судьба. Она очень долго писалась моим отцом. И, по мнению многих его друзей, он создал буквально нерукотворный памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Но при его жизни, при жизни моего отца, эта книга так и не увидела свет. Хотя он мечтал, это было его заветной мечтой, увидеть ее напечатанной. И, умирая, он просил меня, это было его единственным желанием, последним, сделать все, чтобы книга «Тысячелетнее древо Пушкина» увидела свет. Конечно, я очень благодарна московскому издательству «Либерея», где работают настоящие подвижники. Именно благодаря их трудам эта книга вышла. Но в самый критический момент, финансовый, когда над страной разразился финансовый кризис, руку помощи, руку надежды подал президент фонда, попечитель Константин Юрьевич Курченков. Этот фонд носит старинное русское название «Попечитель». И, может быть, показалось мне не случайно, что и сейчас мы находимся в этом старинном особняке, в библиотеке имени Пушкина, попечительницей которого была старшая дочь поэта Мария Александровна Пушкина. Современники помнят, что она была отзывчивым человеком, радушным, приветливым, неунывающим во всех жизненных невзгодах. И свято хранила память отца. Вот Мария Александровна стала первой попечительницей, открывшейся в 1900 году читальне, библиотеки читальни в Москве, вот где мы сейчас и находимся. И на содержание этой читальни она тратила бескорыстно немалые по тем временам деньги. Сейчас этот вяз без листвы, но на улице весна,
почки уже набухают, и в самое ближайшее время мы увидим его пышную крону. Вот и идеи благотворительности и милосердия на Руси только начинают возрождаться. И мы надеемся, что наступит время, когда наши усилия тоже дадут свои плоды.